Всем привет, ребята, с вами я. И я. И сегодня мы будем открывать кейсы в CSGO. Да. Сегодня у нас 5 кейсов операции прорыв. 5 кейсов операции авангард. И 5 кейсов операции... Нет, 9 кейсов охотничьих и 1 ключ феникс. Короче, этот, поставь фильтр новое. Он, видишь, по новизне. Давай я лучше поставлю контракты. Вот. Давай. Вот так вот. Давайте с чего начнем? Давайте с Феникса? Или давайте. Он один он? Давай я его возьму. Ну, давайте. Уже тот, что вчера выпал красной линии. Сейчас ничего не выпадет. Ура! Ого. Ого. Вот я-то да. Немного поношенный, что ли? Или прям завод? Закаленный. Давай посмотрим. Да, какой нахер. После тебе? Полевых испытаний вообще. Нахера тебе качество максимум, и так стоит. Соси хуй. Так, да, давайте ты... теперь прорыв. Давайте прорыв. Здесь сам. Ну что, сейчас что-нибудь выпадет должно хорошее? Ну нет. Нет. Вон там прилетели фиолетовые вещи, но мне выпадает нигер. Ну это как всегда. Стыда атака. Ну это как всегда. По-другому никак. Так, где у нас прорыв? Давайте еще. Да ничего не выпадет, чё ты думаешь? Там... Ну, блядь, сука! Блин. Ну там, блядь! Ну так нельзя! Рублей 30. А, блядь. Сука. Ага. 1-2-1-2-1-2-3-3-3. Оооо! Ебаааа! Блять, качество говно, блять. Закаленный в боях, закаленный в боях. Фу, чекни. Сука, нахуя? Чекни, чекни. Да. Сколько он стоит? Не больше 15 рублей. Ого. 38. 30. Да. Зона Сирис. Дело в том, что это деньги не мои, это все проекта. Да. Ну, это... Он подарил, на самом деле. Я не сосал ничего. Ну, ничего. Ой. Да, наконец-то, вот мечтал всегда. Ну, как да. Долго я хотел пучину. Да. Наконец-то получил. Ура! На самом деле есть еще шанс, мы даже половину не открыли. Я ура! Думаю... Ура! Вот это шанс! Ого! Так, мы продолжаем. Ого! Ну чё, там нормально сейчас? Давайте теперь авангард откроем. Да, нормально, пучина. Да соси хуй. Да ты. Чё тут может выпустить хорошего? Элементаль, пустыня, повторяйся. Повторяйся. Да. Но... А, правда, кстати, с этого кейса машину тут. Надеемся, верим, ждем. Скар пролетел. Дротик, мне вчера столько... Блять, почему не статрек? Да, ну... да сука, почему так не везет? Ты-то хоть хатрак засунуть сможешь, а статрек же не везет. Бля. Хах. Так. Бля! Ой, это ого. Норма. Сейчас как тебе все выпадет вчера, блять. Да мне хотя бы вчера ничего не выпало, тебе хотя бы фиолетовая шмотка какая-то. Ножик жду, давай. Да. Василисков столько пролетел. О, норм. Чё за дерьмо? Почему проу выпало там, блядь? Проу выпадает, чё там, мне ничего не выпадает. Чё это за хуйня? У него боты сильнее. Боты, да? Да. А, о, бля. Спасибо, Гагвен. Габин. Так. Это пиздец. Крутится, вертится, давай. Ого! Вот и это да! Ир, если бы здесь был Негив, то тебе только он бы и выпадал. Замечательно, ребят. Ну, контракт ты делаешь, чё. Сирис, блядь, просто, блядь, какая-то хуйня. Закален в боях. Фу, нахуй. Кек. Ну чё, охотничий остался? Уже больше половины открыли, 11. У нас есть 9 ключей, надежды есть, ребят. Ой. Даже... Yes, стартрек. Стартрек, P2000, пульс. И два поношенные. Два поношенные, да, там видно. Прямо с завода. С завода, ну покуцанный. Сколько он? Там недешево. Давай посмотрим. Ха, какой у тебя красивый бизон. А он не выпал, видишь? Продай вот. Ключи мне. Это 7 рублей. 7 рублей. 36 рублей. А ты везунчик.
Ну да. Это 71 рубль. 52. Да не время сейчас чекать, идиот. Да заси хуй. Да ты заси хуй. Так, давайте еще. Давайте, да. Давай вот этот. Откроем, посмотрим, что у нас там есть. Бля, ты видел? Это 400 рублей. О. О. М-ка пустынная. Смотри, какая страшная, посмотри. Почему? Не знаю, мне не нравится. Да вроде красиво. Ага. Цену посмотри. Мне красный цвет нравится. Цену посмотреть? Ага. 36, нельзя. 36, нельзя. 36, это вообще-то бизон. Нет, это... Да? Это был бизон. А, блядь. Давай, сука, ты тупая. Нельзя. Сука, ты тупая. Открывай. Хочу вулкан. Хочу атомный сплав. Прям. Ну да. Угу, почти. Только когти. Это похоже на оппозин. Ага, смешно. Нет. Только не. Только какой не. Какой откроем? А, давай два. Чего? Давай третий. Давай два. Видел там, что прилетело, блядь. Кек. Сука. Ну ты кек, но это мы когда покупали про это рублей 400. Да это говно какое-то. Заебись, блядь. Закалённый в боях. Как твою мать. Сам, иди. Юра, давай ты будешь... Твоя счастливая тактика. Давай ты будешь открывать зажимом. Юра, открывай зажимом. Сейчас. Так, ну чё, 4 ключа? Сейчас ничего не выпадет. Ну что, ой. Ой-ой. Блядь. Давай откроешь первый кейс с восьмого. Это как? Третий 2. 105. Давай, открывай 402, давай, второй. 405. Давай, пошла волна. Там, блядь, что-то прилетает вначале. Вилс в кайман. Да чё это так? Чё это такое, блядь? А, кек. Пиздец, сука. Коготки. Ну что это такое, бля? Давай ты откроешь восьмой. Да идите нахуй. Смотри, смотри, тролл в сети. О, о, о. Нет! Нет! Ой, ты дурак. Блядь, за что? Ну давай. Сука, пидоры. Давай, какой бы матерей выстрел? Ваших ебал, стал ходить. Ты дурак, чё ты так быстро? Закрой глаза. Ножик. Да. Эдну, ты глаза закрыл. Охуенный open case. Контракт, контракт. Подожди, мне нужно тут... Смотри, в контракте обмена. Давай. Цеза Тигр, либо МК Васильевск. Нет, мне кажется. Так, 9, давай вот это вот скинем. Да дротики можно сунуть, они тоже. Тут вот говно вообще надо, блядь, скинуть нахуй навсегда. Спираль. Ты говно. Так, немного поношенная. Потому что... Немного кидай дротики. Поношенная хуже. А? Ну чё, правда? Закалю, во. Давай. Так, давайте мы напишем. Чё написать? Напиши молитву. Соси Бог. Чё? Это молитва? Отче наш. Слышишь, Юра, пожалуйста, давай как профессионал, замажь название. Не. Ну давай. Понеслась моча. Сейчас выпадет что-нибудь там, блядь. Говно уходит. СЗ-шка Тигр. Не будешь все, кажется. Ну, может, этот Василиск. Ну, СЗ-шка Тигр. Грифон. Грифон. Какое состояние? Которое у тебя, да? О, смотри, у меня, по-моему, немного поношено. После полевых. Ну, или после полевых, я не знаю. Ну, не, как прикольно. Ну, не грузит тут. Еще контракт. Тебя хватит на еще один контракт? Так. Тут надо 8 из 10, сейчас надо что-нибудь купить. Ну, купи какие-нибудь две херни. Купи два каких-нибудь говноут. Да купи что-нибудь уже, блядь. Сейчас куплю, подожди. Купи два этого. Два твоей матери. Давай так 9 куплю, два. Ну, купи две штуки, да. Ой, какой он красивый. Да. А ты можешь мне его подарить в полис? Black Steer 325.
Кто-то приобрел уже, блядь, его. Ты что, дураки, что ли? Блэкстер 300. Кто его приобретет? Кому это надо? За 8 рублей продает. Сука, они за 8 рублей продают. Цену подняли, мрази. Давай, покупай, идиот. Блэкстер 325. Да. А ты тер, типа, террорист? Да. Все, давай. Контракт. А все засовываем. Блэкстер. Давай. Давай, пошла. Давай, ты просрал. Ты просрал пучину. Че написать? Напиши. Я гомофоб. А, зачем на видео так? А у тебя все подписчики гомики. Да. А давай замажь название. Гомофоб. А вы по Драгонлор. Давай. Да. Только Драгонлор никогда не выпадет с такой хуйни. Что же, что же? Ого! Ого! Это хорошая вещь. Да. После полевых. Да. Пиздата. Да. Чё, все, заканчиваем? Подожди, подожди, фиолетовых вещей у тебя сколько? У меня много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сделай контракт. Ты чё, дурак? Ну тебе будет что-то розовое. Не хватает одного. А, ну, купи. Ха. Ладно, всем пока. С вами был я. Ну, посмотрим, может, я сейчас сделаю контракт, но без вас. Момс. Ну ладно, всем... с вами был я, Блэкс. From Phoenix. Ставьте лайки за вот пока. Такой вот охуенный open case, за то, что нам выпало 5 ножей прям подряд. С вами был Тёма Зарянов. Попрощайся. Ну, попрощайся. Прощайся, сука. Привет, с вами Тёма Зарянов. Шалом, зрители моего дерьма. Ну все, всем удачи, всем пока, береги себя. И ставьте лайки, ибо дочь длинная и полна ужаса.